В ходе преследования инспекторы неоднократно предупреждали водителя о возможности применения табельного оружия и требовали остановиться. В соответствии с законом о полиции, инспектор ДПС произвел предупредительные выстрелы в воздух и несколько выстрелов по колесам автомашины. Только после этого автомобиль был остановлен. За рулем находился 28-летний житель Оренбургского района. Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник после совместного распития спиртных напитков со знакомым взял ключи от его автомобиля и угнал транспортное средство, чтобы доехать до дома. В отношении мужчины, который ранее уже был лишен права управления транспортным средством, возбуждены уголовные дела по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», а также по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Также в отношении задержанного составлены административные протоколы.